Всем привет! Это обзор на бокс для мини-фигурок из Лего. Его внешний вид. Спереди у нас 8 окошек, а в остальном это кубики Лего и пластины. Сверху у нас ничего обычного. Спереди у нас 8 окошек и 8 мини-фигурок. Всего у нас 2 яруса, на каждом ярусе по 4 мини-фигурки. Внутри он выглядит вот так вот. Тут остается одна полоса пинов, чтобы у вас заместились различные предметы. Например, как у меня феникс, меч и метла. В ширину он 6 пинов, а в длину у меня получился 20. В ширину я вам советую делать так же, как у меня 6 пинов, а в длину можете выбрать различные длины, как вам нравится. Я сделал так. 20 пинов, потому что я захотел сделать 2 таких бокса. И у меня уместилась целая коллекция мини-фигурок по Лего Гарри Поттер 2. А насчет цвета я вам советую делать либо одноцветный бокс, или также можно сделать из 2 цветов, как у меня, чтобы он выглядел красивее. Это хорошая находка для тех, у кого нет денег купить бокс, а как он стоит в районе 2000, а также кому больше нравится бокс из Лего. Например, мне очень нравится бокс из Лего, так как, ну не знаю, мне кажется, он смотрится прикольнее, у тебя как бы Лего-бокс и Лего-мини-фигурки. Ну, на этом обзор закончен. Всем пока!